Всем привет! Сегодня приготовлю куриные окорочка, запеченные в духовке. В курицу отправим майонез, выдавим чеснок, добавим молотый кориандр. Чеснока не жалеем, кладем побольше. Отправим паприку, вот такая паприка копченая, молотая, пару чайных ложек. Также по вкусу посолим. Теперь этой смесью нам нужно будет обмазать курицу. Хорошенько обмазали курицу и оставим при комнатной температуре на 2-3 часа. Прошло 3 часа. Берем любую подходящую форму, это может быть стеклянная форма, можно даже на противень. Я буду делать вот в такой сковородке. И выкладываем. Заранее разогреем духовку 190-200 градусов. Отправляем в духовку на 50 минут, где-то на час. Я скажу точное время. Наши окорочка готовы. Можно подавать. Аромат замечательный, друзья. Пахнет копченостью немного, чесночком. Очень ароматно. Время приготовления час. Вот такое блюдо у нас получилось. Готовьте, друзья. Это правда очень вкусно. Рецепт проверен годами. Готовлю очень часто. Один из любимых моих рецептов — курица в духовке. Попробуйте, не пожалеете. Берегите себя, друзья. Всех благ. До скорых встреч. Пока-пока. Приятного аппетита. Пока.